Здравствуйте, друзья. Сегодня будет такой довольно сумбурный ролик. Я в том плане, что нифига его толком не монтировал. Хотел вам показать более такую живую картинку. То есть закадрового голоса будет по минимуму, но это даже и к лучшему, потому что это более плотно передаст атмосферу, которая там и так, в принципе, довольно самодостаточная, скажем так. Так вот, речь пойдет о подготовке к фестивалю «Мостик», как там пацаны куражились, в общем, и вообще все вот это вот закулисье, вот это вот подноготное. Какая подноготная, нахуй? Ну, короче, вот то, что как это все подготавливалось, как делали общий коллаж, как на площадке делали декорации, там вот эти все постройки туда-сюда. В общем, давайте посмотрим. Стикеры заказывали? Да не палющий. Не палющий. Вероятно, эти кадры вы уже видели. Это ребята клеят общий коллаж. Перед каждым мостиком собирается целая куча стикеров, и в дальнейшем их используют в большой общей экспозиции. В этот раз решили все скомпоновать по цветам. Володя, это фасоль. О. Ты это как всю эту информацию о названии других фирм запикивай, пожалуйста. Потому что это не надо делать им рекламу. Как тебя зовут? Я Арсений Азбука. Мамка, знаешь, что пиво ебашь? Я спрашиваю. Ты давно в рэпе? Полтора года. И тогда только начал вот. Когда первое было, кстати? В 19-м году? Здесь, это типа, 102-й вот этот весь угол будет. А что, чуваков тут нет? Они не красят, что ли? Они там красят. А, то есть здесь вообще никого нету? Сейчас нет. Ладно, удачи. Так, ну и что, вот здесь, да, будет? Типа вот на этом? Это Забуга? Я тоже подумал, но вроде нет. Ну да. Какая классная идея по освещению сырья вокруг дерева. Да, мне тоже очень понравилось. Че фигач? Что не делаешь? Ну а мы просто подкрашиваем, типа, нам это все в черное надо закрасить. А это Фрол, один из организаторов мостика. А если дождь? Скажи мне сразу, я волнуюсь. Да мы натянем вот эту штуку на корнере. А. Не промокнуть. Мы встретили одного модника Москвы, Алсити модник, с охуенной леопардовой зебра-сумкой. Ну, а какой классный кусок, господи. Артуа! Yeah. Давайте я вам вручу по шмотке, который будет. Давай. И пятихатку все. Груши, блин. Вот это хорошо. Нормальный мерч. Так, это твое. Хуяк. Хуяк. Boman Stickers выступают спонсорами данного мероприятия. Поэтому напечатали реально дофига стикеров. Но они полные? Да. Вот такие же. А это как раз девчонки со сказки. Аппетитно открыл пивко, что же ты хотел разрезаться? Моя личная разработка, между прочим. Скажи. Это я не спал 2 дня, пока не сделал эту штуку. Сюда можно вставить какую угодно бумагу, сколько угодно. И у тебя всегда будет готовый стикер-комбо, который можно носить с собой. Ты можешь всегда таскать свою коллекцию на все фесты и доклеивать его в процессе мероприятия. Ну да, но когда-нибудь она закончится. Ну, а ты можешь вставить листы. Тут все продумано. Сколько стоит? Цена полторушка. Ну и, в общем, такой движ происходил за несколько дней до фестиваля. Ребята приходили по вечерам и вот так вот дружно подклеивались. А сейчас вас ждет самая кринжовая интеграция в мире. Фрол, а правда, если Бамену написать, он стикеры подгоняет? Да, это правда. Это что? Крином мне? Вау! Я предупреждал. Ну, все, последний момент, как обычно. Есть последний момент. Сегодня вторник только. Ну, считай последний момент.
три дня. У нас просто такие задачи, которые делаются, знаешь, как там. Вот тебе скажут там в типографии, завтра стикеры, ты же так тоже прифигеешь. Ну да? Скажу, блядь. Ну, вот у нас так же все. Придется делать, либо нет. У нас еще по нарастающей, короче, идет вот, типа напряжение, знаешь, угу. Так наваливается. Ну а так ты в целом, что, вы вдвоем сейчас? Настя с вами? Ну, у меня девушка есть. Так, резкий переход на Боярского. А у меня не хватило фантазии плавно сделать переход, поэтому залетаем, как говорится, с двух ног в апрель 22 года, где я делаю новые панно. Принёс? Что, ключ от гаража? Да. Как ты узнал? То как это? Узнает. По внутреннему. Это по внутреннему. Точно. Да, видишь, я стрелочкой указал. Почему Боярский? Это заказ. На сказке была drum'n'bass сцена от них. И один из организаторов захотел такое панно. Мишка, не падай. Я предложил два варианта. Задорный и пафосный. Спросил, какой делаем. Ответ цитирую. Пафосный, конечно. Взирающий на весь бардак. Не вопрос. Ну, это нормально. Потому что я отмерял другой по первому. Разногласия, расхождения будут обязательно. Ну, это мы подрежем. Но в приоритете ровность все-таки надо соблюдать вот по этой части, слушай. Ну, вот все. Да, вот так вот. Просто поставить. Да. Ну ты что делаешь-то, похабишь Михаила? Хуёво приклеится. И он просто на какую-то тему смежную разговаривает. Ну, с другой стороны, я пересмотрел этот ролик, я подумал, что он с сарказмом. Да клади ты уже, блядь, сарказма. Ну, блядь. Левая ручка. Сюда все ничего. У него хорошая красота. Нам хватит этого, например? А, ну можно в центр что-нибудь утяжеление какое-нибудь положить, да? Да, я так и хочу. Подготовка впереди. Что я написал? Подготовки, передать. Ага, атмосфера. Минимум комментариев. Ну, это я, блядь, сказал уже. Если быть совсем честным, этот ролик я бы вставил в основной ролик про мостик. Но дело в чем? В воскресенье будет фестиваль ПАРТ. Ну, это не фестиваль, такой ивентик небольшой, где я буду проводить свой мастер-класс по трафаретам. Расскажу вам, как это все делается, кое-какие фишечки покажу. Ну, и вообще поболтаем. В общем, приятно проведем время в это воскресенье. Ссылка в описании. Кто в Москве, ну, если есть желание, приходите. Что ты хочешь? Сейчас, что у нас по материалу вообще есть? Подожди, так, там еще одна. Догадался, блядь, вот этот скотч, блядь. Да нет, ну, чувак, подожди. Там посыпется. Тут серьезные люди, серьезные дела. Серьезные люди. Ребят, послушайте, можете тут пленку тоже натянуть? Окей. Аккуратно только. Вот как здесь. А где она? Есть она? Она вот там. Здесь панок на полную завтра меняют. Бля, пизда. Нет новых колонок. Ты контент подъехал. Тут главное не зевать. Сукин, кто шумит, блядь? Блядь, ты шумишь, долбоеба! Сукин! Блять, ну если мы вот так сделаем, то нам нужно тогда вот так делать. Под коллекцию. Блять! Су, подождите. Ты такой сделал. Так, что у нас тут по банкам? Хром, красный, белый, черный и белый. Лёд, подели. Кто сказал? Он сказал. Опа, пошел. О, чекарь, все ясно. Акром хуйня. Фу, чекарь!
А ты лицо, ты зря. Ёбаные тут все критики, блядь. Он еще до фона на спине. Рисовать на целлофане запрещено. Да? А ты не знал? Так, хорошо, представление. Я справляюсь с проблемами так. Чисто второй. Я их просто закрашиваю, ребята. Хотите справиться с проблемой? Закрасьте ее. А подрезать? Чекаешь? Блять, я тебе сейчас подрежу. Подожди, дай подрезать. Ну ебаные вы все вандалы. Вот это куда ехали? Это Артуа. Я так и сказал. Типа, блядь. А это ты, да? Нет. Он на тебя футболку или все, когда на нем? Отстрелялся. Нормально. И вот так, смотрите, ребята. Ты Лёня написал, что ли? Это все для, типа, продажи? Пошёл. Даже всяким школьникам не дали порисовать. Ты что, думаешь, их это остановит? Их это, ну, остановит, на самом деле. На Грифуле никто не будет рисовать. Сколько вот оставили? Большое спасибо, что досмотрели ролик до конца. Обязательно его оцените. Там лайк или комментарий, или лучше то и другое. В общем, вы поняли. Ссылки на другие соцсети находятся в описании. Короче, в ВК можно выложить свою работу. Там могут там оценить по-своему. Ну, как обычно. А, что-то у меня не идет сейчас. Ну, ладно, вот немножечко осталось. Вов, допиши эту хуйню. Последнюю минуту какую-то муру несешь. Ёб твою мать. Ссылки на все остальные соцсети находятся в описании. Во-первых, это ВК, куда можно выложить свои работы на оценочку. Ну и Телеграм, где я просто все, что в голову приходит, там выкладываю. Может быть, кому-то будет интересно, а может быть и нет. В общем, суть в чем? В описании обязательно загляните. На ивент тоже ссылка там. Так что до следующих встреч.